Всем привет! Вы на канале Так в КТВ, и сегодня я снимаю серию My Little Pony, которая называется «Последняя контрольная». Так, давайте начинать. Так, детки, надеюсь, вы все запомнили. Это была последняя тема наша в этом году, так как уже каникулы будут послезавтра. Завтра последний день. Поэтому я решила сделать такую маленькую как контрольную вам, чтобы, можно сказать, проверить, как вы запомнили этот материал. Так, и если кого-то не будет, то это ничего страшного, вам переписывать это будет не надо будет. Это просто проверка ваших знаний. Кто напишет, тот получит еще одну оценку. Кто не напишет, то ничего страшного. Дзинь-дзинь. Дзин-дзин. Урок окончен. Вы можете пойти на перемену. Ой, ты слышала, как это контрольная будет? Да, слышала. Ой, я, конечно же, на нее не пойду. У нас завтра самолет. Ты не забыла? Конечно, я не забыла. Такое не забудешь. Хотя мы вообще-то летали на прошлых, можно сказать, каникулах. Да ладно, но это будет круче, на Багамы поедем. Да, причем наши родители вместе поедут. Да, это будет здорово. Кстати, а ты возьмешь какую-нибудь вещичку с собой? Портфель оставим. Да, возьму я там сумочку, возьму аксессуары всякие. Опять у нас будет урок в этом кабинете, не хочу. Вообще не хотела бы учиться. Ой, да ты знаешь, я тоже... Ой, девочки, девочки, что же вы не любите учиться? Как будто тебя тут спрашивали. Да не, я просто говорю свое мнение. Ой, так о чем мы? О путешествии, да, пойдем поговорим. Знаешь, я думаю, нам надо взять много интересного. Да. Слышала, завтра будет контрольная работа. Ну и что? Я ее слегка, можно сказать, вообще прогуляю. Мы вообще завтра с родителями собираемся уехать в путешествие по разным городам на каникулах уже. О, здорово. Да, и я уже прогуляю школу. Молодец. Да, я вообще не хотела завтра ходить. Я и не пойду, в принципе. Так, ладно, пойдем на перемену. Пойдем. А я вот завтра поеду в деревню. О, тоже круто. Пойдем, пошли. Ой, слышала про контрольную? Да, слышала. И я не пойду на эту контрольную. Мы завтра уезжаем на дачу. Там будут мои подружки. Понятно. Я тоже уезжаю, там тоже мои друзья будут. Ладно, пойдем, пойдем. Эх, все уезжают, только я одна не уезжаю, блин, жалко. Ой, пойду, что ли, к девочкам. Ой, девочки. Ой, Флаттершай, прости, Эпплджек, ой, да. Пойдем? Пойдем. Ох, как вам везет. А, в каком смысле? Ну, вы хоть куда-нибудь-то уезжаете. Да ладно, ты можешь зато прогуляться по магазинам всяким. И это верно, но, знаете, как-то хочется чего-нибудь разнообразного. А то все лето я буду сидеть в городе. Да ладно, что такого? Зато контрольную напишешь. Да. Ну, в этом и проблема, я буду одна из класса. Да ничего страшного, твоя же соседка завтра придет в школу. Но она тоже собиралась, я звонила ей, она тоже собиралась. Да ладно, Твайлайт, она же очень умная девочка и никогда не прогуливает. Ну, в этом я точно соглашусь с Радугой, потому что она вообще не любит прогуливать школу. Ну да, может быть она и придет, с ней будет веселее. Да, ну ладно, хватит болтать о каникулах. Пойдемте лучше на перемену. Да, пошли. После перемены. Дзинь-дзинь.
Так, детки, ну что ж, начнем урок. И я вам хотела сказать, что завтра я уезжаю на дачу. Ну, как обычно, кто бы сомневался. Что, прости? Ничего. Да, как я говорила, я уезжаю на дачу, поэтому у вас будет другой учитель. Сейчас я его позову. Так, сейчас. Миссис Луна, вы можете войти. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, миссис Луна. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я вижу тут знакомые лица. Интересно, как он мне говорит? Но не обо мне и не обо мне. Интересно, про кого она говорит? Да, интересно. Интересно, о ком она говорила? Я не знаю. Подумаешь. Да. Так, вот миссис Луна будет с вами завтра целый день, поэтому познакомьтесь с ней. Она сейчас будет у вас вести урок. Я надеюсь, кому-то это нравится. Кому-то это не нравится. Считай, как будто дома. Так, сейчас я ей передаю мои очки. Это теперь ее ответственность. Пожалуйста. Так, все, до свидания, дети. Я ухожу. Миссис Луна. Вон там он на столе лежит классный их журнал. Про контрольную я их уже предупредила. Если кого-то не будет, то не ставьте двойки там. Хорошо, я все знаю уже. Мне позвонил там один человек из вашего класса. Хорошо, все, ладно, до свидания, до свидания. Так, дети, здравствуйте, давайте познакомимся. Да, давайте. Меня зовут миссис Луна, а вас? Меня зовут Рарити. Меня Старлайт. А вас, леди? Меня зовут Флауэр Вишес. Меня зовут меня зовут Лили Блоссом. Хорошо. А вас как девочки зовут? Меня зовут Рэмбл Дэш. Меня зовут Эпплджек. А вас, леди, как зовут? Я думаю, вы знаете. Леди, как вас зовут? Флаттершай. Приятно познакомиться, Флаттершай. Ладно. Так, ну что ж, начнем урок. После урока. Дзинь, дзинь. Урок окончен, вы можете идти домой. Ура, пойдем домой, пойдем. Хорошо, что это последний урок, да. Блин, да, здорово, здорово. Ой, у нас сегодня, блин, контрольная еще была. А я там столько ошибок сделала. У нас ведь был урок и контрольная, это Луна. Ой, миссис Луна, миссис Гнула какая-то. Знаешь, я бы такую не называла. Я думаю, она очень злая. А ты это с чего это знаешь, Флаттершай? Вижу, она как-то странно к тебе относится. Что? Нет! Нет вообще-то, как бы я ее... Я впервые в жизни вижу, честно. Ну ладно, блин, а давай-ка ты у нее со стола возьмешь мою тетрадку, и я быстро все исправлю. Я? Ну да, ты, а что? Или давайте мы троем, да. Сейчас все уйдут. Так, все, пошли. Пошли, так, берем вещь нашу. А, падаю. Все, до свидания, девочки. Так, до свидания, девочки. Так, а вы что не уходите? А, у нас тут просто дополнительно. А, хорошо, я пошла на перемену. Да. Ну что ты стоишь, иди. Ну почему я? Ну потому что. Блин. Ай, взять еще. Блин, 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 не хочу. Ой, хорошо, что они не знают, кто для меня это принцесса Луна. Взять или не взять?
взять или не взять? Ребята, напишите мне в комментарии, взять ли мне тетрадку радуги, помочь ли ей исправить оценки. И как вы думаете, кто для меня эта принцесса Луна? Напишите в комментариях. Всем пока. Поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы знать оповещений моих новых видео. Всем пока. Пока. Пока.